Всем привет, привет, привет. Я на пляже, на море. Пляж Лузановка. Я немного приболела. Решила выехать на пляж погреться. Вода прохладная. С водорослями. Людей много. Чтобы она правильно как-то напускала. Несмотря на то, что вода холодная, детей в воде полно. Дети играются с водорослями. Детям все радостно. Я иду в сторону Продмаши. Вода тут теплее, но очень много водорослей. Мне очень нравятся такие шапочки, как шапочка-зонтик. Коренные одесситы все равно любят лежать на подстилочке. Одесситы привыкли с детства на песке лежать. У многих подстилка еще с детства. Они выросли и до сих пор, на 40-50 лет, ходят с этой же подстилкой на пляж. И мне вчера ребята отвезли 1000 гривен, я заплатила мне. Тут вода почище, прохладненькая, но не сильно. Смотря где какое течение, вот идешь, где-то холоднее, где-то теплее, где-то больше водорослей, где-то меньше. Сейчас я окунусь, потом дальше продолжу. Прямо так прохладно-прохладно стало после того, как окунулась. Но я думаю, скоро сейчас нагреюсь. Солнце вообще тепло, ярко светит. Лузановки на Продмаши довольно очень мелко. Чтобы дойти, ну, по горло, надо далеко-далеко зайти. Хорошо тем, кто плохо умеет плавать или вообще не умеет плавать. Вот тут очень много водорослей. Такое ощущение, что болото, а не море. Вот я прошла чуть дальше, приближаюсь к Продмашу. Тут вода чистая.
Кстати, довольно тепло. Очень хорошо видно дно, так как вода чистая. Мои любимые петушки. К обеду вода стала прямо ледяная-ледяная, но детей полным-полно. Видимо, родители решили, что детям надо закаляться. Пиво очень холодное. Давай сохнуть. Сохнуть давай. Вот два лезь. Пока и до новых встреч в Одессе.